Пояс чемпиона мира в смешанных единоборствах по версии GEFC остался в Краснодаре. Российский тяжеловес Денис Гольцов защитил свой титул, одержав победу на турнире Grand Masters. Суперпоединок прошел с сильнейшим бойцом Великобритании Джеймсом Максвини. Во втором раунде русский богатырь нанес мощный удар ногой в голову противнику, отправив его в нокаут на 46-й секунде. Бой приостановили, англичанина даже пришлось несколько минут приводить в чувство. Таким образом, Денис Гольцов сохранил свой титул лучшего бойца мира в тяжелом весе.